Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня наконец-таки трэш на бездонатном аккаунте на немецком сервере. И сегодня мы будем забирать халявную лисицу и также собирать Фрейю. Спасибо Боди Майонезнику и Бате с рекомендациями. Они подкинули осколки, и, соответственно, мы забираем сейчас эту донатную, ну, в кавычках, имбу. Я бы не сказал, что он очень там прям мега-мега вау, но для бездоната это очень крутой герой будет. Он очень круто поможет. Блин, когда я уже отсюда достану, наконец-таки, сменку для Ника. Ну, просто строчка не падает. Пофармил я немножко квестики, к сожалению, просрал сумки. Я бы их, в принципе, и не собрал, мне не хватило бы 1000 гемов, там у меня было около порядка 7000, а мне надо было 9 потратить. То есть мне не хватило, чтобы дособирать сумки, плюс еще и проспал. Вот так вот бывает. Фрейку тоже мы сейчас, скорее всего, не качнем на фул, потому что надо будет побольше самов для эволюции, надо порядка 1200, то есть я не смогу ее до максималки докачать, но хотя бы прокачаем как получится. Так, она у меня уже была открыта, она у меня сейчас огненькая, но я ее еще не качал, плюс у меня здесь есть скины, конечно же, я буду пробовать словить стойкость и пакт. Это будет стандартный вариант у меня для моей Фрейи. Ой, выживание. Ну, давайте выживание закинем. Это мне, в принципе, все не надо. Это у меня все есть. Блин, можно было, в принципе, допом что-то я втыканул просвет ставить, чтобы их быстрее потом, если надо будет качнуть. Вдруг им тоже эволюцию ведут. Так, ремочка. Кому мне здесь ремочка нормально может зайти? У меня тут даже куча героев есть. В принципе, я что-то так расслабился. У меня ж тут дофигища просто героев. Например, можно фобушки поставить ремку, чтобы сразу включался. Почему бы и нет? На PvP локациях. Вдруг когда-то поменяют награды на этом. На ЗБшке. Вот, я сделаю даже такой вот вариант сейчас себе. Вместо стойки, плюс она будет сразу резать отхил. Так, баст. Баст нужно сюда. Я завтыкал, у меня куча скинов и героев реально есть. Возможность немножко талантики подкачать. Так, еще одна огненька. Вот, смотрите, у меня Рино есть. Огонь просто. Сейчас я, короче, силу, я так понял, качну свыше 100к. У меня начнется полностью жопа в новой локации. Нормально, кстати, с халявных акций. Вот с коробок, смотрите, сколько у меня появилось дополнительно коробок всего для прокачки. То есть я вообще не нуждаюсь, по сути, на этом аккаунте в каких-то. Кстати, ремку можно было бы и на эту поставить. На седну. Мне она тоже нужна. Что-то я втыкаю. Ну, я думаю, еще ремочка нам выпадет. Так, малышник. Что-то я начал раскидываться талантами, тут половина героев без талантов. Реально, героев дофигища мы повытаскивали. Так, сюда кидаем. Это нам не надо. Ой, отлично, стойкость. Стойкость, блин. И тут я задумался, что же все-таки лучше будет поставить. У меня выживалки, кстати, до сих пор нету. Давайте все-таки стойкость поставлю, буду сейчас думать, до восьмерки качну. Будем делать, короче, здесь. Сейчас девятку я качать не буду. Пока что. Потому что у меня есть
Какая фрейм? У меня просто эмблемы нету. Была бы эмблема, сейчас я гляну. Не, у меня здесь такой эмблемы нету. В принципе, она одна из последних, на бездонатах ее не особо раздавали, поэтому... Ну, вариант, конечно, будет чарка еще, я посмотрю, как с чаркой. Собирать либо на домах, либо собирать такой вариант. Такой вариант мне хорош будет и в ЗБшку, и на ПВП локации, даже на ту же самую битву гильдии. Но мне надо выживалку будет достать. В общем, поехали дальше. Чем мы сделаем? К сожалению, мы не сделаем ей максимальное на 200 левел, потому что мне не хватит, скорее всего, самоцветов. Мне хватит только сделать до этого, до эволюции, до 9. Вот видите, у меня уже... Так. Давай вот так. Ну, сейчас попробуем, конечно, но я думаю, что вряд ли получится. Так, где там она у меня? Это один из героев, который у вас тоже обязательно должен быть прокачан. Возможно, я потом, хотя у меня пакт есть эмблемой, поэтому я вряд ли буду пробовать сюда пакт ставить. Лучше такой вариант оставить с понижалкой от хила плюс пакт, нежели поставить пакт и там еще что-то. То есть будет и дамаг, и плюс она будет резать от хил, плюс жизнь тоже здесь есть. Тоже вариант, в принципе, неплохой. На PvP локации самое то будет. Так, давайте немножко просветик подкачаем. Так, есть. Сори, телефон. Такс. С этим разобрались. Поехали дальше. Делаем эволюцию. 451 сам, да, мне не хватит немножко, так как я и говорил. Ну, кагашки, с кагашками у меня уже проблем тоже, опять же, после акции нету. Так, ну что, продолжаем, как я люблю склеивать видосы, но так получилось, сори, поехали дальше. В общем, качаем дальше нашу мега-имбу. Сейчас ее даже на таблеточку выставлю. Первая эволюция у нас уже есть. Сейчас мы прокачаем, сейчас сделаем агментацию. Что по чарам? Какие варианты есть? Ну, самый, наверное, оптимальный вариант на сегодня, это, конечно... Обряд лечения, если вы без доната, она будет себе хилить. Дамага Фрей, в принципе, вы можете добавить эмблемой, там, либо талантом поставить. А по чаркам победный, как его там, суперсила. Вот такой вот вариант тоже довольно-таки интересный и неплохой. Ну, конечно, если вам повезет его вытащить. Если вы бегаете там на фарме, пиромаг может тоже зайти, то есть передача энергии тоже неплохо. Но в основном обряд лечения, он хоть и режется, но это более оптимально, так как оно добавляет еще дополнительно процентуальной жизни. И вашего героя получается довольно-таки, с Фрей получается довольно-таки неплохой танк, так как у нее есть ограничения, можно даже там, допустим, эмблемой, ну, талантом нету смысла, эмблемой там на некоторые варианты ставить огненку для того, чтобы резался, будет еще дополнительно резаться, то есть там вместо 18 будет 9, плюс еще победный можно сделать немножко ниже. Супер, вот суперсилу говорю, священный суд, смысла никакого нет, так как это ни на что не повлияет, только на отхил. Варианты есть еще вот такие вот с доспехом. Тоже довольно-таки неплохо, если будет другая Фрей, она будет быстрее убивать. А плюс тоже жизнь добавит, но это такое, это единичный случай, поэтому смысла рассматривать это даже нет. Так, стрелок у нас с пиромагом, Анубис у нас, в принципе, уже все, тыковка, суперсила. Да, тут пиромага никому даже ставить. Так,
Поставим СС-ку пока хотя бы четвертую. Сейчас попробую что-то вытащить для фрайки. Это обряд лечения, отлично. Такс. Поехали. Делаем аугментацию. Почти сейчас перевалим, короче. Так, есть. Ну, хранитель леса многие использовали, но не знаю, он не особо актуален, как по мне. Немножко не то. Так. Попробуем сейчас здесь затащить. Ай-яй-яй, какая реклама. Такс. Что по созвездиям? Ну, вариант либо уклонения, либо точность. Я больше, конечно, склоняюсь к точности, потому что в большинстве случаев рулят уклонения. И очень сложно потом попасть. Если ваша Фрея будет не попадать, то толку от нее вообще никакого нет. Тут точность, жизнь, нормально. Именно то, что нам надо. Так, здесь мы тратить пока ничего не будем. Поехали дальше. Так, ну, в принципе, мы ее так более-менее собрали. Сейчас единственное, нам надо будет прокачать скилл. Для этого у меня есть в загашнике слизни. Также нам надо... Так, ну это я дофига взял. Пока вот столько обменяем на КГшке. Так как у меня карт нету. Видите, чуть-чуть. Блин, мне в принципе там вообще фигня самого походу не хватит. Так, тихо, ты что-то я разогнался. Так, делаем вторую эволюцию. Есть. Вообще фигня самого не хватает. Может, сейчас получим его. Нормально, мы получили бонусными. В принципе, мы ее сейчас даже нормально прокачаем с вами. Так, поехали. Я что-то провтыкал, да, мне же намного меньше надо будет. Огонь. А, мы получили самый, завтыкал, мы же самый получили. Там тоже за квестик. Так, значит, у нас фрейка сегодня будет идти, в принципе, на... максималку, сколько у меня там книг хватит. Надо будет, наверное, немножко книг еще оставить. Книг 200 для лисицы. И думаю, завтра уже сделаем с вами эволюцию, если повезет, конечно, с квестами. Я опять нафармлю 1000 самов, что маловероятно, потому что оно рандомно так дает сейчас в последнее время. Но, может, повезет. Если вытащим там 1200 самов, то завтра сможем с вами зафармить и лисицу. Так, сделаем такой вариант. Конечно, здесь я не знаю, наверное, вряд ли мне хватит маны сейчас. Это все дело, чтобы под нормальную эмблему загнать. Ну, в принципе, этого должно хватить. Даже для восьмерки, наверное, не хватит. Да, не хватит, надо будет потом докачивать. Ну, эмблема-то такое. Сейчас интересно, сколько у меня хватит на просвет. Если на двадцатку хватит, то это вообще огонь. Конечно, надо еще книжки оставить для лисицы, но я думаю, если будет еще паки с этими сундуками, то это вообще будет огонь.
Так, с чего у нас 76-й? Да, маловато не хватит нам. Давайте поехали попробуем сейчас с вами сделать просветик. Посмотрим, насколько хватит его книг. В общем, таким вот образом у меня на аккаунте есть Огник 30-й, Фрейка тоже уже прокачана, и лисица донатная, которую надо, кстати, сейчас будет открыть. И я, по идее, должен... Ну, плюс-минус относительно нормально сейчас начать фармить запредельно. Но это, опять же, не точно. Мы подняли силу свыше 100, я уже поднял на 90 там с копейками, и у меня начались проблемы. С Фрей была Фрея с Вальсом, появились Огники, появились донатные герои. Я не знаю, как сейчас будет. В принципе, на Сардале где-то плюс-минус... Здрасте. Плюс-минус такие же... Такая же сила, там только единственная фрайка проточена. Но Огник мне больше заходит. В общем, посмотрим, что у нас в итоге с этого получится. Но, думаю, проблем уже не должно быть, так как у меня герои относительно здесь, мне кажется, уже даже получше, нежели на Сардарке. Потому что здесь есть пару донатных героев, да, и такие обычные все герои есть. Единственное, здесь меньше, наверное... Эволюций, там у меня и землеройка, и ворожаи сделаны, и Фрея сделана. Здесь только по нормальной прокачке сейчас Фрея и Огник. Ну, то здесь есть Огник и Лис уже, это донатные герои, поэтому здесь не так проблемно будет. Плюс эмблем здесь больше. Ну, то есть варианты за серваки я вам рассказывать не буду. В общем, такая вот сборка, стойкость... На урон, если надо эмблемы, плюс обряд лечения, мне должна дать довольно-таки неплохой результат и в PvP-локациях, и на фарм-локациях. То есть, я думаю, я буду стараться уже бить там, ну, конечно, против зефиров там с водушками я не затащу, но, по крайней мере, попробовать против топов, думаю, можно будет. То есть, это реально плюс. Я не знаю, мне теперь надо собрать мэрия для того, чтобы... проходить ограничения, но надо будет прокачать. В принципе, таким составом, я думаю, будет без проблем, можно будет и зефиров шатать. Если получится прокачать Мэри в хорошую сборку, ну, это, опять же, все относительно, смотря каких топов. Но будем к этому идти. В общем, такой вот, ребят, бездонатный аккаунт у нас получается на немке, реально очень быстро. Ну, цель теперь у нас половина зефира, цель теперь собрать зефира. Мэри у нас тоже половина, но Мэри у нас, в принципе, соберется намного быстрее, нежели зефир. Ну, если, возможно, добавят новые где-то через месяц сумки в набор V-геймерса с зефиром, это, конечно, было бы очень круто. Ну, зефир это более, скажем так, проблемная версия. Единственный вариант быстро его собрать здесь это через найм на Тайване. Это делается все намного проще. Там он собирается, вот смотрите, у нас даже 20-й прорыв будет без проблем. На Тайване там собирается за еженедельные квесты. Не знаю, есть они там или нет еще, но там это все попроще делается. Ой, отлично. Можно даже до 20-го прорыва докачать и лисицу тоже сделать 20-го прорыва. Запашек не хватило, вот так вот. Видите, в чем проблема теперь? В значках почета. Ну, это одна из таких тоже глобальных проблем для многих. И у меня тоже, кстати, надо аккуратнее быть с этими прокачками, потому что запашек я завтыкал, но запашек тоже дофига уходит. Книг и запашек, поэтому тут надо быть осторожным. Ну, я думаю, на лисицу, по крайней мере, мне до двадцатки плюс-минус собрать ресурсов должно хватить. То есть мы прокачаем сейчас фрайку до 20-го, и лисицу я тоже сделаю 20-м, потому что просто эволюция это маловато будет. Вторая эва, надо будет заняться еще 10-ми талантами. В общем, такой вот, ребятушки, видосик. Ставьте лайки, будем делать дальше тест фрайки. Все, есть, отлично. 20-й есть, давайте соберем нашу лисицу. И уже 248. Будем майонезники, батя. Как это, рекомендации, так назовем. Дали возможность его собрать. В общем, вот так вот.
На этом аккаунте. Карт на немке, к сожалению, нету, но вот это вот самый реальный способ, самый быстрый был, чтобы получить. Хотя и так, в принципе, здесь довольно-таки неплохо дают сумок. И без проблем можно это все сделать. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.